Вот эта башня приведет нас к горе. Я готов. Новая карта. Еще одна для коллекции. Наверху. Видишь? Интересного расскажешь? Есть история про лесоруба. Он попросил у лесных деревьев ветку для топорища. Деревья, чтобы сохранить свои ветви, дали ему молодое деревце.
Лесоруб сделал топор, а когда вернулся, то срубил самые старые деревья в лесу. То, что деревья старые, не значит, что умные. Вода убыла. Когда змей вылез. Да, я помню. Вот эта статуя. Кто ее поставил? Не знаю. Другие знаешь? Хорошо. Однажды скорпион захотел переплыть через реку. Зачем? Если станешь перебивать, я замолчу. Ладно, ладно. Скорпион обратился за помощью к жабе. Он сказал жабе, что вознаградит ее, если она перевезет его у себя на спине. Жаба испугалась, что скорпион ее ужалит. Не сейчас. Потом закончим. Ладно. Поэтому жаба решила его подвести. Скорпион заверил, что не станет жалить ее, потому что тогда они утонут оба. Жаба согласилась, но на середине реки скорпион ее ужалил. Продолжим в другой раз. Ага. Почти. Найти бы оставшиеся части диска с шифром.
Я не прочту, пока не соберем весь шифр. Когда легко. Я не могу прочитать. Я не могу прочитать. Помогло. Не помогло. Сын, здесь еще один. Смотри, мировой змей. Он куда больше, чем я думал. О, смотри, он укусил Тора. Или укусит его, наверное. Я не могу прочитать. Ah!
Хейма. Это было. Воняло ужасно. Твоя мать называла такой ницшест. Мерзкое колдовство. Это она научила меня, как с ними справляться. Что? Неужто она и правда тебя чему-то учила? Да. Здесь туман. Еще гном. Может, нам... Нет. Он нам не нужен. Я очень извиняюсь. А откуда у тебя этот топор? Это тебя не касается. Да, и я с этим не спорю, но я его знаю. Это один из наших, и его не для тебя ковали. Прочь с дороги. Я... Не могу. Та, для кого мы его сделали, была мне очень дорога. И я буду несколько рассержен, если окажется, что ты с ней что-то сделал. Это мамин топор. Она отдала его отцу перед смертью. Фэй умерла? Это очень печальная весть. Хорошая была женщина и храбрый воин. Ладно, я улучшу топор для тебя. Но
Тебя никто не просит. Ну, верно, но... Можешь мне поверить, твоя мать попросила бы меня исправить тот ужас, который сотворил с ее топором мой брат. Я знал, ты брат Брока. Вот половина клейма. Так Синий твой брат? Да, но из нас двоих талантлив я. Не вру. Клянусь, Фрей. Ты можешь что-то добавить, но убирать ничего не смей. Ага, но ты не мог бы положить его вон туда? Рукоять Нет. такая грязная. Ну что ж, ладно, тогда я просто... Это что, кровь? О. Над чем ты работал? А, это? Я зову его Небоход. Там на горе скрыты целые залежи редких материалов. Добыть можно, только потом надо их как-то спустить. Ты знаешь, как это сделать? Да пока что не очень. Ты правда сделал его для мамы? О, этот топор я где хочешь узнаю. Одно из лучших наших творений. Усилен воплями 20 ледяных троллей. Или 21. А почему маме? Откуда ты ее знал? Она сама нас нашла. Твоя мама была особенная. Она хотела защищать людей. А нам захотелось дать ей силу. Потому что она стремилась к добру. Она даже знала наш язык. Она говорила: Мазурин сэм Генгур, Эйген вегум ханс. Генгур айн. Точно, впечатляет. А ты в нее пошел, по глазам видно. Да. Спасибо, Нет, сын. Нет, трогай меня. Что? Я не трогал, ты что? Я потом зайду. Вас-то я не забыл. И вернемся к тебе, как скажешь. Атрей, ко мне! Я иду! Я же только что почистил! Хатценбург! Мистер! Не могу! Давай, соберись. Место! Давай.
Осторожно! Я еще не починил! Проклятый привод! Да что с ним не так? Не знаю. Мы приближаемся к горе? Да. Впереди враг! Проклятие.
Вельвы не сдаются! Может, на последнем этапе подъема я понесу ее? Я сказал нет. Но все равно мне она дороже, чем тебе. Что? Просто я провел с ней больше времени. Ты же охотился. Будет лучше, если ты помолчишь. Просто мы не откроем. Атрей, ко мне!
Ого! Понимаю, почему мама хотела сюда. Именно. А знает ли Синдри, что его небодвиг запутался в корнях? Вряд ли. Он заставит его работать? Мне все равно. Это дым?